чай Мабрук. Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая, упакованного на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах Море Чая. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Дроздова, и я продолжаю цикл программ «Разговоры за чашечкой чая». Сегодня мы встречаемся в шикарном ресторане «Метрополь», который находится в центре Санкт-Петербурга. И программа сегодня будет необычная, потому что кроме меня и моего гостя в зале ресторана есть зрители. И на чашечку чая сегодня ко мне заглянул артист театра и кино Александр Устюгов. Здравствуйте. 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 Я сразу же наливаю вам замечательный цейлонский чай, потому что мы действительно пьем чай. Как-то я приглашала на программу Альтова Семена Теодоровича, и он потом мне признался, что он долго искал чего-то другого, но кроме чая ничего на моих программах мои гости не пьют. А сегодня мы пьем удивительный напиток, это чай Мабрук. Сорт называется «Ночь тысячи звезд». Давайте попробуем. Как поэма. Я предлагаю вам его попробовать, а я расскажу, что там внутри. Там смесь черного и зеленого чая, там лепестки цветков апельсина и розы. Там вкус клубники. Надеюсь, вы это чувствуете? Да. Здорово. Ну что ж, за таким замечательным чаем я предлагаю вам сыграть. Мне кажется, что слишком много сейчас на телевидении программ, в которых ведущая расспрашивает о личной жизни своего героя или ведущей, где перетираются какие-то скандалы, сплетни, истории и ступеньки карьерной лестницы. Мы сегодня оставим все это за скобками и будем с вами размышлять прямо на глазах у наших телезрителей и зрителей, которые сидят в зале, а помогут мне в этом вот эти карточки, которые я специально придумала для этой игры. После того, как я вам объясню правила, я переворачиваю часы, и мы разговариваем, пока сыплется песок. Договорились? Хорошо. Значит, на каждой карточке есть несколько слов, на каждую букву русского алфавита. И вы можете выбрать любую, озвучить те слова, которые найдете на обратной стороне, и выбрать то, которое вам покажется наиболее интересным. Если мы сейчас начинаем играть, то время пошло. Давайте попробуем. Давайте. Выбирайте. То есть я должен говорить на тему, которая обозначена? Да. Вот давайте мы посмотрим, что вам досталось. Мне досталась буква «Э». Эгоизм, эстетика, эволюция, эксперимент, эксцентричность. Я должен выбрать ту тему, которая мне близка? Да, или... именно вам. Хорошо, давайте первое слово «эгоизм». Оно более понятно. Хорошо, давайте поговорим об эгоизме. Здесь очень просто. Человек, который любит себя. Любовь к себе, эгоизм. То есть я определяю это так. И начиная с самой любви, то, что это неплохо, нужно любить не только себя, а ближнего своего, любить всех вокруг. Исходя из этого понятия, я думаю, что любить себя совершенно неплохо, а это нужно, необходимо, и очень многие люди не умеют это делать. Нужно заставлять любить себя, и тогда все окружающие полюбят вас, и все будет хорошо. Ну, заставить невозможно, но надо, мне кажется, находить с собой общий язык. Когда есть автомат? Ну, когда есть автомат, то это аргумент, конечно. Но, тем не менее, мы выросли, вот многие из нас, кто находится в этом зале, действительно, мы выросли в такую эпоху, когда любить себя было неприлично. Да, это было слово ругательное абсолютно. Да. И считалось, что если ты любишь себя, ты не можешь любить никого другого. А сейчас мы понимаем, что как раз все с точностью да наоборот. Что человек, который не может любить себя, он никого другого точно не полюбит. Абсолютно верно. Вот прям моими словами сказали. Именно так. Я прошу вас периодически пробовать чай. Давайте... Я думаю, тема исчерпана, да? Давайте я тяну следующую карточку. Можно, да, продолжим, берем следующую. Буква «Р» – раб, равнодушие, развод, рассвет, роскошь. Равнодушие. Очень сложное для меня понятие равнодушие, потому что, с одной стороны, наверное, это самое страшное, что может происходить, равнодушие, там, особенно в нашей актерской профессии, когда мы не вызываем ни негативных, ни положительных эмоций, не вызываем ничего, то есть все... Равнодушие зрителя. Равнодушие зрителя, допустим. Равнодушие
человека к ситуации, к происходящим событиям каким-то наверняка. И как-то так привычно, что это самое страшное, что может происходить, именно равнодушие. Вот я сейчас задумалась о происхождении этого слова. Равнодушие, от слова «равно». Чему же равна душа у равнодушного человека? Ну, наверное, где-то нулю, если мы берем за точку отсчета нуль, дальше есть минус, плюс, плюс 5, минус 5, плюс 20, минус 120. Есть какие-то эмоции, и вот эти качели в ту или иную сторону, они все-таки вызывают какой-то всплеск. А когда душа остается в отсчете ноль, вот, наверное, да, пожалуй, называется равнодушие. Метафора, да, равнодушие – это zero практически. Можно я для вас выберу тему? Мне попалась замечательная карточка со словами на букву О. Обаяние, обещание, облик и озлобленность. Что вы выберете? Они какие-то так все равноинтересные. Давайте выберем одно. Вот я повторюсь, что сам выбор бывает иногда интереснее ответа. Вот что же из этих четырех понятий вы захотите обсудить? Давайте обещание. Давайте. Держите ли вы свои обещания? Случалось ли так, что вы не выполнили какое-то обещание, и это повлекло какие-то серьезные последствия? Серьезных последствий не повлекло, но я очень стараюсь держать свои обещания. Я всегда сам говорю, что нужно выполнять, если обещал, но, допустим, моя дочь, которой я что-то обещаю, говорю, и даже если я говорю это просто так, она почему-то как-то ловко переводит это в формулировку обещания, говорит: «Папа, ты же обещал». Я говорю: «Подожди, когда? Стоп». Вот. И очень сильно обижается, если я эти обещания не выполняю. И то есть это, наверное, самый ответственный момент, когда ты даешь какие-то гарантии, тем более маленькому человеку, и вдруг ты не выполнил этих обещаний. И поэтому надо, я всегда контролирую свои слова, и даже если возникает двоякость, я говорю: «Подожди, давай обсудим. Я попробую, и если получится, то я постараюсь сделать». Конечно, очень важно выполнять свои обещания, очень важно вообще следить за тем, что ты говоришь, как ты говоришь, где ты говоришь, и именно, наверное... А как вы реагируете, если не выполняет своих обещаний кто-то из близких вам людей? Я спокойно реагирую, я, может быть, раздражаюсь, злюсь, но, в принципе, я привык, я не осуждаю, там, когда человек говорит что-то, потом не выполняет. Это достаточно для меня привычная форма общения, но к себе стараюсь быть достаточно критичным в этом плане, и даже если возникают какие-то препятствия по поводу выполнения обещаний, все-таки нужно их преодолевать. А были ли какие-то обещания, которые вы дали себе в детстве с формулировкой, что это со мной случится обязательно, я этого добьюсь, и вы их действительно реализовали? А может быть, наоборот, не хотели, вот, но не всегда получили. Всегда, когда говоришь про детство, тут должны быть какие-то свидетели, как у Огарева и Герцена, которые стояли на Воробьевых горах там, и держались за руки. И у них было два свидетеля, как минимум, для того, чтобы передать эти истории. Все остальное это возникает в какую-то такую... мифологию, то есть я могу сказать сейчас все, что угодно, что в детстве, может быть, мне даже так кажется, что я в детстве давал какие-то обещания. Да, мы часто можем себя убедить. Да, да, и это возникает в какую-то такую мифологию, поэтому об этих вещах, мне кажется, должны говорить сторонние люди, которые были, кому ты клялся, кому ты что-то обещал. Нет, я сейчас говорила о обещаниях самому себе. Нет, не было у меня таких каких-то категоричных суждений, что я сам себе обещаю. Нет, как-то ставятся цели, задачи, там, планирование, выполнение. Чай Маброк. Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая упакованы на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах Море Чая. А мне попалась карточка со словами на букву З. Забвение, заблуждение, закон, защитник и земля. Заблуждение.
Да, заблуждение – это то, что может серьезно навредить любому из нас, если он заблуждается. Не Или, наоборот, ввести кого-то в заблуждение. Не знаю, заблуждение – это какое-то… Вот интересный момент. Те мысли, которые приходят мне в первую очередь в голову, когда я слышу какое-то слово, совершенно не совпадают с мыслями моего собеседника. Что для вас заблуждение? Заблуждение для меня – это какая-то высшая форма творческого порыва, когда человек думает, что можно чего-то достичь. Мне кажется, все открытия, величайшие открытия именно начинались со слов «это величайшее заблуждение». В итоге люди, руководствуясь какими-то своими надеждами, преодолевали все эти преграды, и возникали какие-то открытия. Поэтому находиться в заблуждении для меня, как для творческого человека, это какое-то очень понятное и привычное состояние. Все время в заблуждении находиться. А вот поиск истины входит? Да, в этом и есть поиск истины. И не всегда сама истина становится самоцелью, потому что невозможно. Ты берешься за какие-то вещи, когда все говорят, что это заблуждение, нельзя, так невозможно. И когда вдруг что-то получается, это большая радость, победа. Но все начинается именно с этих слов. Это величайшее заблуждение. И ты думаешь, я на верном пути. Здорово. Да, на самом деле, аплодисменты. Предлагаю вам следующий ход. Что же там такое? Юродивый, юнец, юбиляр, юнат, юрмала. Угу. Буква Ю очень сложная буква в русском алфавите, на нее не так много слов, чтобы можно было как-то разнообразно ее представить. Что вам ближе всего из этого? Давайте возьмем юбиляр. О, это замечательная тема. Александр в этом году действительно юбиляр. Я, по-моему, так удивился. Нет, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, юбиляр – это то, что кратное 25. 25, 50, 75, 100. На самом деле, в точном смысле слова юбиляр – это тот, кому исполнилось 50 лет. Вот это единственный юбиляр. Но кратное 25, 75 – это тоже юбиляр. Я об этом слышу впервые, может быть, и я ошибаюсь. Но как-то так у нас уже сложилось, что любое круглое число считается юбилеем. Это просто уже наша русская традиция такая национальная. Хорошо. Поэтому я вот так озвучила, что юбиляр, но просто круглая дата в этом году. Да, как бы я старался об этом не думать, все время мои друзья мне об этом напоминают, и я должен об этом думать. Какая-то все-таки черта, почему-то у меня не казалось так, что это в 20 или в 30 лет, а именно в 40 лет нужно проводить какую-то черту, что-то анализировать, не обязательно, наверное, нужно, а все-таки как-то происходит уже это само собой. Даже есть такое словосочетание «кризис среднего возраста», как правило, он почему-то привязан именно к этому. Да, я уже нахожусь в глубоком кризисе, я уже анализирую, да, поподробнее эти ситуации. Про кризис среднего возраста. Да. В чем он у вас выражается? Для меня в первую очередь я долго не мог понять, что такое кризис среднего возраста, но пока в нем не оказался. Да, в какой-то момент я разговаривал там со старшими товарищами, они мне что-то рассказывали, но для себя лично я понял, это момент, когда ты уже не юноша, но еще не мужчина. Тут внимание. И именно где-то вот в 35, 37, 39 возникает это ощущение, когда все то, что ты делал раньше, оно вдруг становится нелепым, а поступать по-другому ты еще не научился. И это осознание происходит именно в какой-то очень кратчайшие сроки, когда Вселенная начинает ощущаться по-другому. Если там, допустим, до этого барьера кризиса среднего возраста ты был самостоятелен, ты как-то двигался в этом мире, то, просыпаясь на утро, вдруг ты начинаешь ощущать. И это не то, что ты этого хочешь, а это связано именно с какой-то чертой, которую ты преодолеваешь, ты понимаешь, что у тебя есть огромное количество родственников, дети, ответственности. И вдруг эта ответственность, она начинает чувствоваться всем организмом, мозгом, душой. То есть и
ты не можешь от этого избавиться, оно в один момент появляется, и вся твоя дальнейшая жизнь начинает происходить по каким-то другим законам. И вот этот вот кризис, который называют, это именно приспособление, потому что какие-то поступки, которые ты совершал раньше, они для тебя были привычны, а ты начинаешь идти по этому же пути и понимаешь, что нет, нужен какой-то другой вариант. И вот это вот перестроение, переоценка ценностей, вот этого пути, который ты прошел, и нынешнего, который ты себе рисуешь в перспективе, вот он и называется этим кризисом, насколько я понимаю. Да, и важно как-то с достоинством его пройти, потому что многие люди в этот момент просто теряют сами себя. Ну да. Вы когда еще ты... находитесь внутри или уже вышли за пределы? Нет, я еще глубоко внутри, я еще в той стадии, когда ты с утра просыпаешься и думаешь, черт, мне уже скоро 40, а я еще ничего не сделал для хип-хопа, и это тяжело. Ну, может быть, хип-хоп и переживет без каких-то ваших открытий, а вот вечность, власть, внимание, воспитание и время точно не переживут. Выбирайте, пожалуйста. О, все интересные слова на букву «В». Вечность, власть, внимание, воспитание, время. Давайте попробуем поговорить про воспитание. Да, это, кстати, тема очень такая тонкая, с одной стороны, а с другой стороны, очень важная для каждого человека. Моя мама по профессии воспитатель. И все опыты по воспитанию проходили на мне. Мне было сложнее всех, потому что... Все наследие Сорока-Росинского, Макаренко там я преодолевал. Сухомлинского, да. На себе. И это очень интересная какая-то тема. Моя мама все время занималась воспитанием, она работала в детском доме, и она все время тешила себя иллюзией о том, что воспитанников детского дома можно перевоспитать. И уже к пенсии она пришла к такой мысли, что она не успела сделать большие труды по этому поводу о том, что когда детей отказываются в детском возрасте, они не слышат материнского сердца, и именно разрыв, отсутствие ритма материнского сердца вызывает патологические, психологические изменения, которые не проявляются до переходного возраста. И именно в момент полового созревания у отказников возникают очень сложные психологические изменения, которые потом влияют на дальнейшую жизнь. То есть у детей появляется там жестокость, какие-то проявления неадекватные. И последнее свое там выступление она выступала, и она говорила о том, что детей отказников перевоспитать нельзя, что это нарушение идет на генетическом уровне. И она начала проводить в Магнитогорском детском доме такие исследования, когда приглашали волонтеров для того, чтобы они держали отказников на руках, для того, чтобы они слышали, может быть, биение не материнского сердца, но сердца любящего, которое приходит, жертвует своими силами. Она не довела этот труд до конца, потому что наступила пенсия. Для того, чтобы его проверить, нужно вырастить не одно поколение детей, для того, чтобы убедиться, что так это или так. Но это была ее теория, или она пыталась подтвердить чью-то чужую? Нет, она пыталась опровергнуть как раз теорию петербургского педагога Сорока-Росинского. Это знаменитая книжка «Республика Шкит», «Школа имени Достоевского», первый выпуск 1922 года. О том, что можно из бездомных, беспризорных детей сделать образцовых. Потому что он воспитывал людей. Дворян, и как бы ни один из этих дворян не пережил 41-й год, то есть 36-й, 39-й, 41-й, поэтому очень сложно было проводить какой-то анализ, потому что... Ну, я имела в виду, что вот сама эта идея о биении материнского сердца, она принадлежала вашей маме? Да, да, да. На самом деле, действительно, очень глубокая мысль, потому что даже с момента зачатия ребенок уже связан с матерью до такой степени, что... До последних дней жизни одного и другого вот эта связь должна бы быть неразрывной, но, к сожалению, в нашей жизни случается иначе. Частично. Поэтому я подытожу и скажу, что воспитание может быть любым, происходить в различных условиях, но главное, чтобы ребенок чувствовал биение материнского сердца или любящего сердца, отцовского сердца, это должно происходить. Ну, будем со своими детьми эту теорию проверять. Спасибо.
чай «Маброк». Ночь тысяча звезд и еще 100 сортов чая упакованного на нашей фабрике в Коломбо. В магазинах «Море чая». У нас очень мало времени уже осталось. Последняя карточка. Вот снова мне попадается буква «Х». Халтура, хитрость, храм, хрупкость и хулиганство. Выбирайте. Давайте определим понятие, что такое хулиганство. Для меня хулиганство – это некое выходящее за формы морального поведения поступок, но который не переходит грань преступления законодательства. Угу. Вот. И вот в этих рамках, когда вроде ты вышел за рамки морально, но не переступил закон, это и есть хулиганство. Хотя есть такая статья в Уголовном кодексе хулиганства, она имеет есть свои... же и какое-то такое творческое хулиганство, какое-то безобидное хулиганство. Так вот, как раз я поэтому и определил понятие, для что вас нужно это что-то более серьезное. Немножко выходить все время за рамки, и, наверное, каждый понимает это чувство, когда возникает какая-то атмосфера там в школе, допустим, когда педагог говорит, что нужно быть очень серьезным, и прям подмывает, и не можешь сидеть на месте, чтобы не сделать какой-то вопиющий акт. Хулиганский. Хулиганский, да. И прям вот именно в такие моменты, когда нужно быть очень собранным и сдержанным, серьезным, да. Почему-то хочется, да, выполнить какую-то нелепую... Да, какое-то внутреннее противоречие. Причем тут же становится стыдно, и думаешь, черт возьми, зачем я это сделал? Сейчас я начал рассказывать, и я еще застал Советский Союз, и мы тогда очень сильно готовились к войне с Америкой, и нас постоянно гоняли стрелять из автоматов, надевать противогазы, бегать, маршировать. И женщина, которая всем этим руководила, она была очень суровая, и в очередной раз, готовя нас к химической атаке, она читала лекцию по химическим газам. Я ее помню наизусть. И мы стояли в строю, в противогазах, запотевшими этими стеклами в школе. И она говорила о происхождении и видах газов. И все время она меня как-то так подначивала. И на батарее был такой кранчик, который я от нечего делать вертел. И вот когда его повернул, оттуда пошла струя воды. И вдруг произошла команда «Направо!» Мы все повернулись шагом, арш, и я не успел его закрыть, а она осталась на месте и командовала нашим парадом. И мы начали уходить вдаль, а струя... Охватила? Нет, у нее была такая шерстяная юбка, и струя тоненькая кипятка лила ей на шерстяную эту юбку в области ягодичных мышц. И, естественно, удаляясь в своем противогазе, я понимал, что черт, и не то, что это хулиганство, я просто не успел закрыть краник, а она сместилась на линию этой струи. И в итоге потом все классы стояли в спортивном зале, и она говорила, кто это сделал. Мне пришлось снять противогаз и признаться, но времени уже объяснять, что это было случайно. В общем, я был отстранен от защиты Родины где-то на 2 недели. Но Родина не пострадала. Практически закончился песок. Мы не будем брать больше карточек. Я хочу услышать вашу историю, связанную с чаем. Все мы любим чай, все мы его пьем каждый день. И у каждого наверняка есть какая-то интересная, забавная, веселая, грустная история, связанная либо с чаепитием, либо с чаем. У меня куча историй, на самом деле, связана с чаем. Но сегодня я прошу только одну. Одну. Ладно, я расскажу самую безобидную. Хотя есть и скабрёзный. Я просто вырос в Северном Казахстане, где чай – это традиция. И чай пьют везде, всегда. И на самом деле даже поедание плова и более тяжелых блюд – на самом деле это чаепитие. И не знаю, там, когда был маленький, я пришел в гости, и мне наливали чай, а я... Когда взрослый разговаривал, засунул палец вот так в чашку, и она там застряла. Палец застрял. И я не мог его вытащить. И когда мне говорили, Саш, еще чай? Я говорил, да, конечно, я подставлял. И все это время, а встреча была официальная. И я маленький, меня никто не спрашивал, там разговаривали взрослые, но нельзя было сказать, я там застрял. Да. Я пытался его вытащить. И каждый раз, когда мне говорили, еще чай? Я говорил, да, конечно. И в итоге, когда меня уже расперло от количества поглощенного чая, выбраться из кружки я не мог, палец мой распух.
Вот. Я отпросился в туалет, зажал чашку. И когда я пришел, я думал, надо как-то ее снимать. Я ее решил разбить о край унитаза. Гениально. Потому что иначе я из нее не мог выбраться. Вот, я разбил чашку, порезал руку, и дальше уже все чаепитие, я сидел с перебинтованной рукой. И когда меня спрашивают, как же так произошло, я говорил, потом расскажу. Вот. Это была чайная история от Александра Устюгова. А у меня еще есть для вас финальный блиц. Вот эти карточки я тоже немножко перемешиваю, постараюсь сделать какой-нибудь правильный выбор. Угу. И 12 пар контрастов. Я вам называю два слова, вы выбираете одно. Так. Понравилось, выбираете. Не понравились оба, все равно какое-то выбираете, которое вам покажется наиболее близким. Из двух. Из двух. Без комментариев и я, и вы. Блиц. Готовы? Да. Глубина или высота? Глубина. Лев или зебра? Лев. Текила или лимонад? Лимонад. Пельмени или греческий салат? Пельмени. Океан или степь? Океан. Пейзаж или портрет? Портрет. Угу. Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро? Шерлок Холмс. Шагал или Репин? Шагал. Ахматова или Друнина? Ахматова. Кёрлинг или парашютный спорт? Парашютный спорт. Юлий Цезарь или Мария Стюарт? Мария Стюарт. Прокофьев или Верди? Прокофьев. Это были контрасты от Александра Устюгова. Ну что ж, мы переходим к подаркам, наверное. Я, конечно же, тоже хочу, как и всем своим гостям, подарить вам книгу моих стихов, потому что не так давно у меня был день рождения, я подарила сама себе эту книжку. Спасибо. И собрала под одной обложкой все стихи, которые были написаны за последний год. Я надеюсь, что за чаепитием, которое случится после того, как я вручу вам подарки от компании «Мамрак» – это тот чай, которым мы сегодня пили, который мы пили сегодня, его тут много. И кроме чая, ой, я даже не буду все доставать, потому что тут такое разнообразие, которое вы дома рассмотрите внимательно. Вот здесь наверняка чашка, из которой вы будете все это пить и читать мои стихи. А у нас есть еще подарок от нашего гостеприимного хозяина, от Метрополя. Вот такая скромная корзинка цветов, практически полевых. Спасибо. Поздравляем вас с наступающим днем рождения. Спасибо. Мы очень любим советское кино, российское кино. С нетерпением ждем выхода ваших новых фильмов, где у вас главная роль. Будем. Спасибо. Приходите к нам чаще. Обязательно. Ходите в кино. Спасибо. Ну и, конечно же, в финале программы я хочу поблагодарить вот всех наших партнеров, благодаря которым эта встреча случилась. Этот гостеприимный дом, Метрополь, всех вас приглашаю заходить сюда и пить чай, чай «Мамрак», который можно найти в магазинах «Море чая». Мы сегодня с удовольствием его пили весь вечер. И ровно через неделю мы с вами встречаемся за чашечкой чая. Меня зовут Наталья Дроздова. Сегодня у меня в гостях был артист театра и кино Александр Устюгов. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.